кто-то дозвонился, да, скорой, кстати. Да, да, да. Да вон, вот, перед ним машина шла в этом ряду. Я вот машины же не дают по этому ряду прям тут запаркованы. Я начал оттормаживать. Да, да. Вперед пошел, начал оттормаживать перед машинами, которые перед ним были. И вот его сюда и стянуло на столб и целый оборот. После удара все. Что, все уехали? А? Все уехали? Ага. Короче, смотри, ситуация какая. Гнали джип и 29-е. 29-й, короче, кавказцы. Просто летели, гнали. Что-то, короче, здесь замельтешили. Ударились со всей дури в ограждение. Снесли секцию ограждения. Вот так вот перевернулись. Вбахались в другой бочиной в ограждение. То есть, короче, они бились между ограждением и трамвайными путями. Вот они так полностью. Нет, они крутились на одном месте. Не, они перевернулись полностью. Через крышу нет. А вокруг себя на 360 градусов два раза. А-а-а. Прокрутились. Там, короче, чувак, такой пожилой уже, а-а-а, у него все лицо в кровище, короче. Там целая машина была. Машина? Ну, людей. Целая, да? Там вообще машина в дребезге, просто все смято. А-а-а. Да, все нормально. Короче, скорая, вот пожарная.